полетели! Офигеть! Вот это да! И хренак! АКР вот тут! Я стою... Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня покажу очень крутые баги в игре Stand of 2. Все баги, которые я нашел, я постарался находить самые интересные, самые крутые и самые не слитые. Поэтому поставьте лайк за мои старания, потому что если мы наберем 5к лайков, то я снимаю продолжение данной опупительной рубрики. Ну что же, надеюсь, вы поставили лайк и подписались, потому что я очень хочу 500 000 подписчиков. Поэтому я вас, ну прям очень прошу, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем! Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD-дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD-дроп – это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну что же, ребята, я надеюсь, вы готовы, надеюсь, вы все поставили лайки, потому что прямо сейчас будет очень-очень крутой баг, при помощи которого все эти трое ребят зависнут в воздухе. Ну что же, ребята, на счет 3 начинаем прыгать. 1, 2, 3, прыгаем! Уху! Охренеть просто, вы посмотрите, ребята! Ха-ха! Блин, они просто летают! Обалдеть не встать! Охренеть, лорд, тебе плохо, ты чё? Обалдеть, вы только посмотрите на это. 1, 2, 3. Ну-ну-ну. Офигеть, вот это да. Блин, вот это вы жесткие. Ребята, у меня нету слов. Да ну, ха-ха-ха. Реально очень крутой баг, поэтому, ребята, поставьте огромный лайк. Ну что же, а сейчас мы попробуем то же самое, то есть зависнуть в воздухе, то есть полетать на карте Сэндстоун. Ну что же, давайте. 1, 2, 3, полетели! Блин, охренеть просто так. Не заходите, не заходите. Так, 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 ребят, у меня есть коварный план. Посмотрите на это. А ну-ка. Офигеть! Офигеть, не встать! Я просто в шоке, я остановил время. Ну что же, а теперь я вам расскажу, как его можно повторить. Чтобы его повторить, вам надо прыгнуть и в момент прыжка свернуть вашу игру. Все предельно просто. Просто прыгаем, сворачиваем игру, и у вас получается вот такая вот интересная штука. Ну что же, а сейчас вы увидите баг из раздела «Непонятная хрень». Мы подходим вот к этим воротам на карте «Провинция» и такие... АКР, улетай! И хренак! АКР вот тут-то! Я не понимаю, как это работает. Я, ребята, пробовал сделать то же самое с диглом, но... Но у меня вообще не получается. То есть, когда я кидаю дигл, он вообще не улетает. Но когда я только в руки беру АКР... Все, ребята, готовьтесь! Абракадабра! Офигеть не встать. Я не понимаю, как это работает, потому что я бросаю туда, оно оказывается тут, и это работает только с одним АКРом. Но, тем не менее, это тоже прикольно и заслуживает вашего лайка и вашей подписки. Ну, а теперь, ребята, еще один очень прикольный баг. Как можно засейвить свое оружие? Вы просто взгляните на это. АВМ находится прямо в стене. Да-да, это реально. Но теперь я вам покажу, как это можно сделать. Так. Ядрить колотить, я еще и еле подобрал. Смотрите, мы подходим в упор, выбрасываем и резко отходим. Ребята, вы просто на это взгляните, блин, как же это круто. Реально так можно засейвить оружие и потом отдать его своему тиммейту. Это было бы очень прикольно. Смотрите, 2 ВМа, охренеть. А ну попробуй 3 ВМ кинуть. Так, а ну-ка, а ну-ка. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите на это, что происходит, АВМ просто пьяны, скины просто летают в воздухе, охренеть не встать, да я кину, отойдите. Ой-ой-ой, ха-ха-ха, блин, офигеть, вот это прикольно, да? Но за это надо поставить однозначно лайк, так, сейчас я его подберу, так, работает профи, ой-ой-ой, ха-ха, да. Именно на респе А есть невидимая платформа. Ребята, это не сон, это не вброс, и это реально так. Тут есть невидимая платформа, но на нее очень тяжело попасть.
но надеюсь, у меня выйдет. О, с первого раза, ребят, просто посмотрите на вот это. Я стою прямо сейчас в воздухе. Блин, охренеть, как круто. А ну-ка, ребят, попробуйте запрыгнуть кто-то на меня. Попробуйте кто-то запрыгнуть на меня. Блин, офигеть. Ребята, и самое главное, что если вы к этому привыкнете, вы это можете использовать в различных раскидках и тактиках. Ну что же, в принципе, на этом все. Большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Мне реально очень приятно, я ценю каждого из вас, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Кента, пока. Всем удачи и всем пока. До скорого!